Пересмотреть правила субсидирования покупки сельхозтехники предлагают сенаторы. Проблемные вопросы сферы сегодня обсудили в Верхней палате парламента. Депутат Мухтар Жумагазиев привел вот такой пример. Импортный комбайн стоит почти 150 миллионов тенге, а вот отечественный втрое дешевле. А значит, государству намного выгоднее субсидировать приобретение казахстанской техники. Такой подход позволит также поддержать развитие местного сельхозмашиностроения, высказался парламентарий. А в Минсельхозе пообещали рассмотреть и изучить это предложение. Вице-министр признал, что ситуация с техникой на сегодняшний день сложная. Повышение цен, возможно, продолжится. Айдарбек Сапаров объяснил, что нарушены цепочки торговых сетей, влияет также курс доллара, а к тому же заметно вырос в цене металлопрокат. Мне кажется, надо использовать имеющиеся мощности. Почти во всех регионах страны есть индустриальные зоны, которые обеспечены инфраструктурой, подготовлены и построены за счет бюджетных средств. Однако многие из них не загружены в полную мощность. Для открытия предприятия по производству и сбору техники нужны средства. Но если сможем использовать эти индустриальные зоны, то это будет намного легче.